Доброго здоровья, друзья! Сегодня расскажу вам еще об одном обитателе лохматой души. О крошечном ребенке, которому просто выбили бедро. Он сам приполз к людям, и мне о нем рассказали. Рассказала моя давняя знакомая и попросила помощи. Так Мишелька попала в лохматую душу. Мы в приюте, грузимся ехать к врачам. Вот первый у нас прецедент – это щенок. Щенок заваливается на задние лапы. Очень плохо ходит. Практически, ну, на одну сторону, в общем, у него что-то с бедром, видимо. Везем его тоже к врачу, да, малыш? Все, грузи. Есть один, есть. Садись. Я очень благодарна Марине за то, что она смогла помочь ребенку в первые минуты ее боли. Очень благодарна. А дальше опять врачи, операция, осмотр и неутешительный диагноз. Ребенок останется инвалидом. Вы себе не представляете, насколько она жизнерадостная и веселая. И хочется вот, знаете, просто посмотреть в глаза тому, кто искалечил этого дитя, бросил и уехал. Ну, хоть раз в жизни взглянуть в глаза такого нелюдя. Давай. Ну да. Видно, что бедро как-то в сторону одно. Ходит, это хорошо. Ну да, ну вот ходит, но вот так вот припадает. Как-то их в раскорячку ставит. И бедро прям в сторону торчит. Да что ж ты крутишься? Я крутили? Да. Ой, надо выйти. Иди сюда. Иди сюда скорее. Иди, иди. Вы знаете, у нас часто идут инвалиды, и часто идут поломанные, разные. И каждый раз мы с вами сталкиваемся с этой болью. И сколько радости, когда нам удается спасти. Для Мишельки мы сделали все, что могли. Ребенка прооперировали. К сожалению, она на всю жизнь останется калекой. Лапа держится только на мышечных тканях. И чудо уже то, что она этой лапкой может шевелить и облокачиваться на нее, ходить. Это реальное чудо. Мишелька будет небольшой собакой. Домашней. И, может быть, найдется среди нас кто-нибудь, кто сможет подарить малышке дом. Сейчас надежда, друзья, только на вас. Надежда на то, что вы поможете оплатить операцию. Надежда на то, что вы поможете ребенку восстановиться после этой операции. И самая огромная надежда на то, что мы все вместе сможем найти малышке семью. Счастья вам, мои дорогие, доброго здоровья и всего самого хорошего и светлого, что есть в этом мире. Спасибо за то, что вы с нами. Без вас мы бы не справились. Спасибо вам, люди.
Знаешь, нет. Ждет операции. Видите, у меня таз сзади. Шишка. Ой, ну красивая такая. Эй. Где твои уши? Да, ты разговариваешь. Эй, Груля. Мишелька ребенок. Она совсем не чувствует себя инвалидом. Она просто играет. Друзья, очень хотелось закончить ролик на хорошей, на доброй ноте. И, по-моему, у меня получилось. Мишелька потрясающий ребенок. И таких, как она, вы сами видите, у нас много. Ребята, для того, чтобы мы почаще выпускали хорошие, добрые ролики, вы понимаете, нам необходима ваша помощь. Со всей надеждой к вам и всем сердцем, и всей лохматой душой обращаются питомцы лохматой души. Да не оскудеет рука дающего. Вы нужны нам, ребята.